Казани стартовал крупнейший международный форум, тесно связанный с укреплением отношений между Россией и Китаем. Название форума «Ростки», где «Рос» — это Россия, «Ки» — Китай, а «Т» — между ними. Это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога. На логотипе с одной стороны рука, окрашенная в цвета флага России, с другой — рука с цветами флага Китайской Народной Республики. Обе они держат вместе татарский казан — горшочек с землей, где уже есть ростки. Это событие — отличная возможность для участников обменяться опытом, расширить контакты и развить сотрудничество между Россией и Китаем в различных сферах. Основные темы форума — межпартийный диалог, инвестиционные проекты, образование, машиностроение, нефтехимия, логистика, растениеводство, животноводство, информационные технологии, туризм и культура и работа с молодежью. Подготовлена была также спортивная программа с участием китайских команд. Сегодня, благодаря личным усилиям глав двух государств, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, есть максимальная возможность, максимально активно работать на также и межрегиональном уровне. Также при поддержке правительства Республики Татарстан Агентство инвестиционного развития РТ в рамках мероприятия состоялся молодежный фестиваль российско-китайской дружбы. Рустам Миниханов высоко оценил проделанную работу, в которой были отражены культурные особенности каждой из стран-партнеров. Мероприятие прошло при участии проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, представителей руководства Института филологии и межкультурной коммуникации и Института международных отношений. Рамиль Хайрудинов отметил важность участия Казанского федерального университета в мероприятиях такого масштаба для прогрессивного и продуктивного развития партнерских отношений с Китаем. Казанский федеральный университет является одним из инициаторов, собственно, и программы. И если посмотреть вокруг, мы видим молодые лица. Прежде всего, они представляют собой Казанский федеральный университет, вузы страны. Дело в том, что за последние несколько лет Татарстан является лидером по количеству и качеству преподавания восточных языков, и китайский – это наиболее привлекательный на сегодняшний день. Только в Институте международных отношений более 1500 студентов изучают китайский язык. Также Казанский федеральный университет в ходе форума расширил границы своего партнерства с вузами. Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев подписал меморандум с проректором Государственного университета управления Марией Карелиной. Этот шаг позволит вузам укрепить партнерские отношения, которые стабильно развивались еще до официального закрепления на бумаге, а также станет важным шагом на пути к новым возможностям. Мы расширяем сеть своих партнеров в Российской Федерации с Государственным университетом управления. У нас дали давние связи, но они не были оформлены необходимыми документами. Сейчас мы их оформляем. Оформили сегодня. Я думаю, что в дальнейшем последует и студенческая мобильность, так же, как например, делаем с рядом вузов, таких как, например, ГИМО, когда мы отправляем ребят на 2-3 недели, а к нам приезжают ребята из этих вузов. То же самое будем делать с Государственным университетом управления. Кроме того, этот университет очень помог нам при организации мероприятий на текущем форуме. Кроме того, на площадке Международного форума России Китай состоялась пресс-конференция о реализации международных проектов и программ по обмену студентами в современных реалиях, возникающих проблемах, а также способах их решения. Спикерами выступили первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Эксперты рассказали про реализацию российско-китайских образовательных проектов в республике, отметили рост количества студентов из Китайской Народной Республики в университетах Татарстана, а также сообщили о новом проекте по обучению русского языка в школах Китая. Китай – это ключевое направление в этом смысле для сотрудничества с нашими иностранными партнерами. По количеству иностранных студентов Китай занимал третье место, а у нас обучалось почти 2000 студентов из Китайской Народной Республики. Но если быть более точным, 1896. В рамках форума также состоялась международная выставка Russia China Expo площадью 15 тысяч квадратных метров, которая стала площадкой взаимодействия между компаниями. На ней были представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, продукты крупного бизнеса, партнеры и спонсоры, международные стенды. В дополнение к основной деловой программе у участников была возможность посетить промышленные объекты Республики Татарстан, образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, а также организации, занимающиеся IT-технологиями. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.